Кумертау День учителя отпраздновали пышно и с размахом. В минувшую пятницу в Доме культуры «Рассвет» для педагогов нашего города был подготовлен праздничный концерт. Множество сюрпризов ожидало учителей и воспитателей уже в фойе Дома культуры. Для них был организован праздничный фуршет под аккомпанемент скрипки. День работника образования – это день, когда каждый вспоминает своих учителей, благодарит их за жизненный опыт и знания. Внимание к учителям в этот день – это отличный повод вспомнить и поблагодарить тех, кто стоял у истоков нашей жизни. Уважаемая Вера Александровна, я каждый день вас вспоминаю с теплом, добром и улыбкой. Именно вы стали тем человеком, который сопроводил меня во взрослую жизнь, выпустил, так сказать, из детского гнезда. В этот знаменательный день я хочу вам пожелать только здоровья, самого крепкого здоровья. Все остальное у вас есть, даже в большем размере. Ведь столько людей вам желает столько хорошего. Вы были эталоном для всех нас. Я хочу поздравить учительницу в хореографии Дилю Хасанову за то, что она научила меня танцевать, двигаться правильно и исполнять хореографические движения. Сегодня я танцую танец со шляпками, и этот танец мне очень нравится. Я вообще хочу поздравить всех учительниц с днем, с таким знаменательным днем. День учителя – это день, в который отмечаются роли и заслуги учителей в процессе образования, а также их неоценимый вклад в развитие общества. В системе образования нашего города трудятся сотни педагогов. Это люди, любящие свою профессию и детей. В свой профессиональный праздник без внимания не остался ни один педагог. С праздником собравшихся поздравила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Сегодня мне очень приятно приветствовать и поздравлять вас с нашим профессиональным праздником, Днем Учителя. Я от всего сердца желаю каждому из вас здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия, достатка в доме, профессиональных и настоящих педагогических побед. Также в этот день состоялась торжественная церемония награждения. За профессиональные достижения учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками отличника образования. Все они признаются, что главное в работе – это любовь к детям и к своей профессии. Это семейная традиция. Я уже во втором или в третьем даже поколении учитель. И этот день всегда в школе с учениками. У нас замечательный был день. Школа нас встретила фанфарами. Были оформлены большие красочные газеты. Ученики говорили цветы, дарили цветы, говорили слова благодарности, дарили конфеты с пожеланиями. Это был самый счастливый день. Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, который сопровождает работу с детьми. Ни для кого не секрет, что профессия учителя является одной из наиболее важных в мире. Международный день учителя – это праздник, который имеет особое значение для каждого человека. В День учителя хочу пожелать всем педагогам города Кумертау крепкого здоровья, творческого долголетия, благодарных учеников и родителей, ну и чтобы их зарплаты несоизмеримо были выше, чем количество непроверенных тетрадок на рабочем столе. Я в этот прекрасный день поздравляю всех своих коллег с этим замечательным праздником. Желаю им всем самого-самого наилучшего. Самое главное – терпения, хороших учеников, достойной заработка и всего самого-самого лучшего. Крепкого здоровья. От учителей зависит многое, поэтому и родители, и дети постарались сделать этот день ярким и праздничным. Настоящим подарком для всех учителей, пришедших на торжественное мероприятие, стал концерт с участием лучших коллективов нашего города. Рената Гайсина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».